уже одна минута. О, я же догоняю сел. Да. Сладко, смешно. Здесь нужно внимательность по отношению к карабину. Заканчивается. Даже дело не в бегах. Значит, смотри, финиш по карабину отданному судье. Финиш. 32. Ага. 32 что? 3 минуты 32 секунды. Можно? Кстати, неплохой результат. Держу. Ручку назад, чтобы мы видели прям локоть сзади. Ручку назад. Ага. Вообще, вот тут есть много таких прямых. Я 3.40. Ванька, не забывай, карабин с собой не надо носить. Карабинчик перевернул белый. Позор. Карабинчик перевернул. Карабин. Конечно, 5 секунд. А потом уже больно становится. Я для слабонервных могу синячки показать. Что для слабонервных? Синяки показать. Я видел. Ну вот, не зря же. Сказать? Синяки. На руках не сильно, на ногах сильнее. Вообще работать надо. А в это время враги снимали. Синчик, глаза светит. Ну конечно. Мне? Или тебе? На этом? Ну всем же солнце светит одинаково, наверное. Может там где посередине повешать? Где угодно. А нет, посередине трассы нет. Ты же посреди реки не вешаешься. О, учитесь, смотрите. Ёж уже все себе закрутил, стоя там. Учитесь, тактика называется. Это тактика. У него времени, может быть, уйдет чуть больше, но сил гораздо меньше. Это его право. Повисни и обратно. Ну, повисни ты обратно. А перевернуть карабинчик там? Не надо, ну стрелец. Что такой суетливый? Ну, перевернуть карабинчик. Ну, блин, что, а второй раз можно? Да, две попытки. Так, следующий я бегу. Так, 20 секунд. Ты будешь на лесенку бежать, нет? Я мучился. Следующий, я лучше на по лесенке. 10. Стегнул, повис и быстро снимаю. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Что такое? Ты же одной не зреешься. Вот-вот-вот, видишь, у вас стрелец дошло, зачем учиться одной, да? А почему у тебя 3 карабина? Нет, у меня 2. 3? Я вижу 3 в камеру. А, один там на дереве, все. Один с дерева вошел в кадр. Я просто снимаю крупным планом карабины. Окей, все было, висел. А у меня сколько? Руки, классно. Отлично, навис. Ну, карабин не туда пихается. Отлично. 17, 19. Да. 19. Я переделал. А если вот я буду переделать, у меня второй результат хуже, то будет считаться какой лучше? Нет. Второй? По второму. Не, можно получшему. Да, нет, финал можно получшему. Потом финиш, да? 5, да. 4. Не, финиша здесь не будет. Будет переправа 2, полная. 1. Пошел. Я буду переделывать финиш, не балуй. Я буду переделывать. Ванек, полез. Я не буду переделывать. Минута 11. Не, у меня 7 секунд из-под этой самой, из-под переправы. Молодец, да, так. Дерево, второму разу. Что, по второму разу? Да. Так, дело за ним. Сейчас ты будешь бежать. У тебя 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Старт. Чего ты там? А вон там что-то карабин в карабин засунул. Сейчас рассмотрим. А, карабин заскочил. Правильно, правильно. Карабинный тормоз сам из себя сделал. А ты отвисал, показывался? Да, на него карабин висал. Никогда не нужно пытаться быть самым умным. Это иногда выглядит смешно. Блин. Вот и блин. Вот выкручивайся теперь. Так. Уже не до результата. Даже минута. Да ему дай бог теперь развернуться там вообще. Давай гуляем. О. О, так, показал. Угу. Оп, готово. Минута 26. Следующий Серега. 1. Пуск. Вон, ты еще раз не делаешь? А лучше за пятой точкой. Давай, давай! Попроси, пожалуйста. Попроси, пожалуйста. Попроси, пожалуйста. Дядя Андрей, сделай, пожалуйста, чем чай горячий. Ага! Ну, делай. И скажи, сколько нас человек? Погнал, мне. Я попытаюсь так спрыгнуть, чтобы не упасть. Я могу... О, я попробую переправиться вслепую. Там трудно будет. Карабины, по-моему, не так стоят, очень плохо едется. Один карабин точно не так? Да, да, не так. Ну, вообще-то сядьте, потому что мне ничего не видно. А он не так назад сел? Он не так сел.